Всем привет! Сегодня я хотела бы оставить очередной видеоотзыв о лекарственном препарате. Но сразу напоминаю, самолечением не занимаемся. Все препараты именно принимаем только по назначению врача. Ну а теперь о самом Гетролексе. Данный препарат мне назначил флеболог. Я к нему обратилась, так как меня стали беспокоить боли и тяжесть в нижних конечностях. Мне было проведено обследование УСДГ нижних конечностей, где был поставлен диагноз венозная недостаточность. Отеков на ногах у меня нет, но стали выпирать вены, появились сосудистые звездочки. Перед тем, как им появиться, появлялась именно почему-то ночью распирающая боль в ноге в разных местах, жжение именно, а когда просыпалась, то есть на следующее утро появлялись именно в том месте, где жгло ногу, появлялась именно маленькая такая как бы венозная сосудистая звездочка. Вот поэтому меня и побудило обратиться к флебологу. Он мне назначил курс 2 месяца, 1000 миллиграмм. Данную таблетку нужно было принимать один раз в день, это именно утром, во время еды, запивать большим количеством воды. Я сразу же, раз на 2 месяца, я сразу же приобрела 60 таблеток. Есть упаковки по 30 таблеток, то есть конкретно только на месяц, а есть сразу же на 2 месяца. Конечно, цена кусается, в нашем городе стоит 60 таблеток 2400, не знаю, как у вас в городах, цены какие. Ну, в общем, таблетки огромные. Сами таблетки, вот посмотрите, они не только как бы самим размером, но еще вот в толщину. Ее очень сложно мне было проглотить, но вот я после того, как начала принимать лекарства, я посмотрела отзывы, как же люди ее принимают. И была удивлена, что у людей, у некоторых, конечно, не возникало никаких проблем, а у некоторых возникало. В общем, у меня возникла такая проблема, поэтому я ее вынуждена была по рисочке делить напополам. Но даже половинчатые, как бы по половинке тоже было очень сложно выпивать. Все-таки это зависит, скорее всего, от поверхности, чем именно таблетка покрыта. Ну, у меня вот возникла такая проблема. Дальше. Я пропила не 2 месяца данные лекарства, а пропила только 1,5 месяца. Результат. Ноги у меня перестали ныть, и ушла именно тяжесть в ногах. Появилась легкость. Это действительно так. Это могу сказать со стопроцентностью в личном моем случае. Но сами звездочки, они как были, так они никуда не ушли. Может, некоторые только чуть-чуть побледнее стали, а так, конечно, они остались все на своих местах. Почему пропила не весь курс, не 2 месяца? Потому что через 1,5 месяца приема у меня появилась внезапная, резко колющая какая-то боль именно в животе. Поэтому до этого прием лекарства я пила как бы другие таблетки, ну, по сахарному диабету я вынуждена пить комплекс таблеток. И после того, как вот я применила Гетролекс, через 1,5 месяца вот возникли такие боли, а до этого у меня такого не прослеживалось. Как только я препарат прекратила пить, у меня сразу же на следующий день, то есть боли уже никакой не возникало в животе. Поэтому я могу предположить, только предположить, что именно данный побочный эффект дало данное мне лекарство. После, ну и соответственно в побочных эффектах действительно было написано, что редко, но возникает, появляется боль в желудочно-кишечном тракте. Поэтому плюсы, это действительно помогает, ногам есть легкость и убирает тяжесть. Минусы, это вот в моем случае это побочка, ну и конечно, что цена кусачая 2400, и что огромные таблетки, которые было трудно очень мне проглотить. Все, ставьте
лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением, потому что ваше мнение тоже очень важно для нас. Ну и, соответственно, еще раз напоминаю, самолечением не занимаемся, только все лекарства применяем по назначению врача, чтобы, если появился какой-то побочный эффект, врач действительно, вы могли снова обратиться к врачу, и он вам мог подобрать альтернативное, другое лечение, заменить данный препарат другим. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы!